Здравствуйте, с вами Анатолий Тучков. Сегодня я прочитаю вам стихи краснодарского поэта Владимира Афанасьева о нашем родном городе. Надо мной летают голуби, серебрятся облака. Я живу в прекрасном городе, где течет Кубань-река, где цветут каштаны свечками, где сады приносят дар. Этот город всем известный, это город Краснодар. Какая погода ожидается в столице Кубани 28 июня? Целый день в Краснодаре малооблачно и дождя не ожидается. Утром 21-26 градусов выше нуля, днем и вечером до 32 тепла и даже ночью достаточно тепло, плюс 22, плюс 25. А вот где целый день будет ясно, так это в Ейске. Утром там от 22 до 26 тепла, днем температура поднимется до 32, вечером ниже всего на 1 градус, и только ночью, может быть, вы почувствуете разницу температур. Будет от 21 до 23, и подует сильный ветер с порывами до 8 метров в секунду. Температура воды в Азовском море, вы только подумайте, плюс 32 градуса. Это же просто парное молоко. Как много в мире красоты, красивых сел и городов. А мне милее всех на свете кубанский аромат садов. Когда цветут сады Кубани, щебечут птицы, как в раю. И на земле нет краше края, чем край, в котором я живу. Спонсор программы – строительная компания «Стройэлектросеткамонтаж». Отличная квартира с ремонтом. Покупай, заезжай, живи. Телекомпания «Краснодар» и я, Анатолий Тучков, желаем вам хорошего настроения.